Дорогие друзья, вот и подходит к завершению, пожалуй, самый тяжелый на нашей памяти год. Тяжелый для каждого из нас и для всей планеты. Наверное, нет такого человека на Земле, который бы хотя бы однажды в сердцах не воскликнул. Когда же закончится этот год? Вот и он заканчивается. Не по нашей воле, по законам природы. 2020 год погрузил нас в не ту же атмосферу фантастического фильма. Этот год закрыл границы, но открыл сердца. Он научил нас по-настоящему ценить, уберечь свое здоровье и волноваться за жизнь своих близких. Мы стали заботиться больше о стариках, чаще звонить родным и друзьям. И после приветствия обязательно спрашиваем, как здоровье. Мы перестали критиковать врачей, мы бесконечно им благодарны. Мы осознали, что главные люди в этом мире не шоумены, модельеры, блогеры. Они тоже нужны. Выстоять пандемию нам помогли медики, продавцы, транспортники, работники жилищно-коммунального хозяйства, курьеры. Чувство бесконечной благодарности волонтерам, которые многое сделали дело для помощи в преодолении пандемии. Это Красный Крест и БРСМ, которые опекают одиноких пожилых граждан, и рестораторы, которые безвозмездно по личной инициативе кормили медицинских работников. Это созданный добровольный центр университета Скалины по производству щитков, и студенты нашего университета, и многие-многие другие. Мы выстояли первую волну, и сегодня даем отпор второй. Обороняясь от коварного вируса, мы по-другому расставили приоритеты – семья, здоровье и работа. А в этом и есть основной принцип – человеческое счастье. Когда с радостью здоровья идешь на работу, и с радостью здоровья возвращаешься домой. Грамотно выставлена государственная стратегия и ритмичная работа ГРРУ обеспечили нам продовольственную безопасность и дают стойкую уверенность в завтрашнем дне. Мы в области собрали более 1 000 000 тонн зерна, в 2 раза увеличен урожай горячихи. С полной самоотдачей трудятся прославные коллективы «Гомсельмаша», «Гомельстекло», «Белруснефти», «БНЗ», многих других менее крупных, но это не менее значимо для стабильной работы экономики региона предприятий. Ознаменовался этот год открытием в области большого количества новых социально значимых объектов, в первую очередь медицинское и спортивное значение. Потому что когда нет здоровья, бесполезно богатство и бессилен разум. А физические упражнения могут заменить множество лекарств, но ни одно лекарство в мире не может заменить физические упражнения. Поэтому мы открыли 6 противно-оздоровительных комплексов различного назначения – Мозыре, Петрикове и Гомеле. Укрепили систему здравоохранения, в том числе за счет ввода Гомельской городской поликлиники, Панельского корпуса областной тубольницы, 2 отделений Добрской ЦРБ. Жизнь диктует потребность новых детских учреждений, ведь иных жителей области становится больше. За этот год еще на 13 тысяч. В этом году для детей распахнули двери 3 садика и 2 школы. Запомнится этот год и открытие Мозыского театра, Жлобинского музея и Дома культуры в Будо-Кошелевском районе. Приятно отметить, что память наших сердец оказалась сильнее ковидного страха. Мы остались верны заветам ветеранам Великой Отечественной войны. С честью и достоинством отметили 75-ю годовщину Великой Победы. На карте нашей области появился народный мемориал невинным жертвам, сожженных фашистами деревни Алла Светлогорского района. Знаменование подвига нашего народа, годы войны, во имя каждодневного спокойного труда, во благо Родины, взвился небо Гомеля, государственный флаг, как символ стабильности и уверенности в нашем светлом будущем. Дорогие друзья, пусть ваш иммунитет будет надежным, а здоровье крепким. Пусть в ваших домах будет уютно, а в душе комфортно. Желаю вам быть источником заботы и центром притяжения доброты. Давайте в новом году объединим усилия на сохранение совместной счастливой жизни в нашей родной Беларуси. С Новым годом и Рождеством!